Очень приятно видеть старых добрых друзей, которых ты давно не видел, и которые приехали не просто так и не с пустыми руками, а с новыми композициями. Просим любить и жаловать. Сегодня у меня в гостях на утреннем диванчике Дайница Герман и Руслан Циранов. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Дайница, доброе утро. Вы к нам приходили каждый раз, каждый по отдельности. То есть вместе мы вас еще не видели. Что заставило вас объединиться? И наверняка это какой-то творческий там, да? Правильно? Da, раскрывайте exact. Все карты. Creația ne-a unit. Noi, de fapt, nu suntem la prima colaborare. Da. Noi deja suntem la a treia colaborare și mai avem idei frumoase pentru viitorul apropiat, așa știu. Și noi avem o piesă nouă, o baladă. Так, замечательно. Но это не первая баллада, Руслан, да? Да. То есть это уже третий ваш значит, опыт. Значит так, два слова про эту балладу, если можно так назвать. Такая поп-рок. Значит, сочинила ее во Франции где-то в 2000 году. Вот. И тогда у меня была одна группа, КБМ называлась, два француза. Американец, певец, и я из России, потому что там не знают, что такое Молдова. Ну да, тогда, в то время. Вот, и эта песня, значит, была сочинена. Текст мой на базе, он мне помог, Стив его звали, певца. И песня про Go Home, то есть он уже думал уезжать домой, и я тоже. Вот, в общем, два слова про эту песню. Хорошая песня, красивая, Дуница исполнила очень хорошо. Отлично. Но вы являетесь автором текста, да, текста и композитором. Да, композитор. Да, вот текстовый музыки, и аранжементовый музыкал, и лукурул на студио. Deci totul a făcut domnul Ruslan Țăranu. Eu am fost sufletul și vocea potrivită pentru această melodie. Și deși... Почему Дайница, Руслан? Почему Дайница? Да, почему вы ее выбрали? В Дайнице вижу такую динамику, такую энергию. И она открыта на все. То есть что-то ей предлагаю, она сразу. Многие слушают, думают, может да, может быть нет, а тут сразу попробуем и все. И у нас как бы стопроцентное взаимопонимание. И совместимость. Да, и совместимость, да. De fapt, aici ar fi secretul, pentru că eu zic că sunt o interpretă care cântă muzică de caracter și sunt foarte complicată. Nu este atât de ușor să scrii muzică pentru mine. Eu de obicei îmi fac singură textele, muzica. Este felul meu de a vedea și de a simți lucrurile. Dar aici e, într-adevăr, vorba de o compatibilitate, pentru că creația domnului Ruslan Țăranu este foarte aproape de sufletul meu. Eu sunt o rocheriță în inimă. Și momentul ăsta pe noi chiar ne unește. Și toate piesele pe care le-am cântat sunt niște piese puternice, cu caracter puternic și cu, și cu un alt fel de mesaj, am putea să spunem. Chiar și piesa asta despre care se vorbește, dacă este o revenire acasă, eu zic că textul este metaforic și că fiecare ar putea să-și găsească acea revenire acasă și casa asta ar putea să însemne lucruri și locuri diferite și drumul spre casă ar putea să fie diferit. Adică muzica, pot să zic că muzica domnului Țăranu și textul și muzica e un fel de, un univers aparte, un soi de filozofie, așa, ceva, ceva altceva și este aproape de sufletul meu. Так, замечательно. У вас уже... Ну, это правда, потому что эти песни, они нуждаются в драйве, в голосе. Знаешь? В основном, большинство у нас, можно сказать, артистов, какие-то более мягкие, какой-то больше бел-канто, понимаешь, да? Такие с длинными нотами. А тут нужно такое фразированное пение. И с драйвом, с характером. И как раз Дайница как раз подходит именно вот 100% к моим композициям. Так замечательно. Это ваш уже третий проект. Да. Планируете ли создать какой-то совместный видеоклип, возможно, на эти песни, на какую-то из этих песней? И насколько хорошо вам комфортно работается, раз уже третий проект, думаю, как-то... Noi foarte des vorbim cu producătorul meu, Cătălin Gondiu, și deja avem și scenariile pentru toate piesele. Cel puțin nu scenariile definitive, dar direcția, ideile pentru asta. Dar nu mai apucăm să facem chestia asta, dar până la urmă cel puțin o piesă o să-și primească videoclipul, pentru că, nu știu, cred că trebuie să rămână colaborarea noastră și pe peliculă, poate facem istorie vreodată, cine știe. Noi nu mai suntem, dar pelicula rămâne și ne văd generațiile următoare. Ar fi frumos și eu cel puțin, cred că aș putea să zic aici și noi, ne-am dorit acest lucru să se întâmple. Руслан? Да, хочу сказать, что это, конечно, работает. Во всяком случае, из трех песен один будет клип, один это точно. Мы имеем песню в дуэт, chiar дуэт в оче. И две песни я соло, и маэстро с гитарой,
compoziția muzicală în totalitate, un rock and roll și acest blues. Atât deocamdată. Una dintre ele trebuie să aibă și versiunea video, să desărânim să facem asta. Ну что ж, мы обязательно послушаем эту композицию, пока какие-то творческие планы. Лето в самом разгаре, смотрю, вы тоже в самом разгаре работаете на полную катушку. Даница очень трудолюбивый человек, мы знаем это по натуре. В ваше творческое направление, то же самое. Что пока сейчас? Нет, каких-то планов особенных у меня нет. Я тоже такой очень работящий такой, каждый день что-то сочиняю, что-то играю, что-то предлагаю обязательно. Вот. А насчет каникул посмотрим, что попадется, то есть, конечно. Здесь нет таких особых планов. Да, Дэна? Катерина, вам чего ты здесь? O să fie mai multe, îmi doresc foarte multe, foarte multe lucrări și sunt foarte multe idei și lucrări muzicale în dezvoltare. Ceea ce ține de colaborarea noastră, deja sunt două piese pe care domnul Țăranu mi le-a propus, expus, transmis. Noi suntem într-o continuă colaborare și lucrul acesta este frumos. Așa că eu vă mulțumesc pentru colaborare și vă mulțumesc pentru faptul că ne primiți aici în studioul SBS la Доброе утро și că noi putem să cântăm creația noastră public. Ну, мы уже так заинтриговали наших телезрителей, что они думают, боже мой, ну когда же наконец-то мы услышим? Мы услышим сразу после короткой рекламной паузы. Руслан Цвирано и Даница Герман возвращаются домой.
Юлия Дейница и Герман и их совместный красивый проект под названием Go Home. Что ж, ребята, мы благодарим вас за такой чудесный, скажем так, посыл для наших телезрителей. А нашим телезрителям я хотела бы сказать, что всегда помните, что вас ждут дома, где бы вы ни были, где бы вы ни находились. Главное, ехать на зеленый свет. Далее утренний патруль продолжит наш эфир.